Итак, наше путешествие продолжается. Мы едем на Изавир-Выча и остановимся здесь, в комплексе Чилингира. На экране вы видите наш маршрут. Но сначала покажу вам немного красивой дороги. Так, ну вот мы приехали к каким-то разработкам. Мы такого еще не видели. Отсюда вот выезжают машины с камнем. Настоящий рабочий карьер. Мы так близко еще и к карьере не подъезжаем. Фоточку еще наполнить. А вон болгарский флаг, видишь, где расстелили на горе. Как, может быть, я сейчас попробую ему приблизить телефоном. Ой, а смотри, какой тут памятник. О, да. Вон какой мостик, а почему-то закрыт. А, он, наверное, пешеходный, да. Может. Это не пешеходный. Да, тут речка, да? Да, мы идем вдоль речки. Вот здесь тебя хорошо видно. Ой, какие скалы. Да, Кричим закончился, вот он Кричим. Да, здесь вот такое красивое место. И так вдоль этого Изавира мы так и поедем. А вот здесь, вот видите, осыпаются скалы. Что-то видишь? Да, осыпаются скалы. Это бывают они скалы. Красота. Просто сейчас, конечно, немножко освещение, но посмотрим. А, вот есть радио нормально. Еще работает все. Ретранслятор, я думаю, стоят. Все хорошо. Скалы в сетках на случай падения. Не все, конечно. Вон там как здорово, если смотреть. Вот там. О, какие красивые скалы. Да, дорога очень красивая. Это просто нам повезло сказочно с такой дорогой. А сейчас, пока мы покинули Кричим, и осталось нам ехать 17 километров всего лишь до нашей точки, до той точки, куда, где мы будем жить. Да. Но узкая дорога, видишь, вот здесь вот как нападала с горы. Да, вот здесь вот. Уже завалило. Здесь сетки стоят, а вот памятник какой-то, даже не знаю кому. Ну вот так горные такие дороги, они очень живописны в Болгарии. Это, конечно, не единственная горная дорога, но одна из довольно многих. Для тех, кто любит путешествовать в горах, я думаю, это было бы удовольствием. Мы, конечно, любим, но мы уже не так выносливы, чтобы, как бы... Ну, мы посмотрим. Мы сейчас будем ходить по эко-потекам, то есть по эко-тропинкам и путешествовать, получать максимум удовольствия от этой красоты. Очень много вдоль дороги камней сыпется со скалы, явно, что очень большое осыпание идет. Ну, в этом году очень мало дождей, я не знаю, хорошо это или плохо, но камни сыпятся, видимо, здесь со страшной силой, не успевают убирать. Вот мы остановились на светофоре, здесь происходит ремонт дороги, и дорога идет по одной полосе, и она закрыта в нашу сторону. Камни. Да. У нас на голову. Да, упадет. Все, никто не едет, я думаю, сейчас нас включат. Делают новую дорогу. Тут вот обрыв в ту сторону. Тут видишь, тут ее вообще полностью смыло вот в этом месте. Да. Так что теперь у нас смытую дорогу мы будем делать. Будет хорошо. Так.
тут, видите, у нас какая техника. Все тут работает. А уже один стоит человек на ожидании. Ну ничего, сейчас оно включит, потому что мы там, по-моему, мы еще кто-то были. Вот какие. Да, точно. Наверное, закачано. Ой, здесь тоннель. Здесь тоннель. Я даже не видела этого тоннеля прежде. А мы в тоннеле. Так, а уже все. Намолите скорость. О, как тут красотенно. А вон там, там просто этот самый река. Смотрите, как красиво. Посмотрите, какая красота. Вот это изоверующее. Сколько много там воды. Ну, вообще красота неописуемая, конечно. Изоверная стена Выче. Каскад до спад Выче. Национальная электрическая компания. Какое место. Размах впечатляет. Эта плотина просто вообще какая-то гигантская. О, ужас. А вниз как глубоко. Ну, это электростанция. Держи меня за одну руку. Она уходит туда в глубину. Посмотри. Но здесь, конечно, объект охраняется не просто так. Перед этой плотиной. Да, плотина за... все собирает грязь, конечно, которая есть и за вили. Но красота, красота. Противоположном берегу Изавира установлен мемориал партизанам погибшего отряда Антон Иванов или Иванов. Они погибли в феврале-марте 1944 года в этих местах. Отряд был расстрелян. Отсюда хорошо видна плотина. Красота. Куда ни глянь. Вот мы приехали к цели нашего путешествия. Это комплекс Чемингира. Вы прибыли к месту назначения. Ну все, теперь пошли искать свое место. Где ресепшн тут у нас. Вот 13:44. У нас тут ресторан, он тут байкеры у нас. То есть вот такой у нас комплекс. Вот здесь вот находится кафе-ресторан. А сейчас мы просто покажем вам место, в котором мы будем находиться несколько дней. Вот это самое место. Пещеры, тут нарисованы скальные образования, крепости, святилища. Ну, в общем, тут есть и что вот делать. Сюда, вот.
28 градусов, тем не менее. Ужас. Ой, какие голуби. Смотри, у нас тут есть голубя. А, да, а тут павлин, какие голуби. А вот еще, павлин. Так и павлинчики. И ты маленькие павлинчата. Павлинки. Павлины, говори. Сейчас как павлин. Так, все. Ну, мы еще посмотрим их. У нас еще будет 3 дня на то, чтобы это все смотреть. Закрыто. Нет? Нет, не закрыто. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вот наш номер в комплексе Чилингира. Заходим. А тут работает монтёр. Да, монтёр. Заходим. И вот такой у нас номерок. Даже есть дополнительная кровать, которая нам, к счастью, не потребуется. То есть вот так все аутентично сделано. Mm-hmm. Подсвечнички. Oh. А посмотрите, какой вид. Вот за это я заплатила немерено денег, чтобы у нас был вот такой вид из окна. Представляете, как здорово. Прекрасно. Вот это мы будем созерцать. И за это мы заплатили. Это у нас никто не отнимет. Лампочки там, все это понятно. Они могут работать, не работать. Но вид из окна у нас никто не возьмет. Вот наша кроваточка. Тут имеется из удобств даже еще холодильник. Телевизор, конечно, мягко говоря. Но зато здесь есть какой-то тюнер, обрати внимание. Спутниковый, я там думаю. Я думаю, что здесь вот там антенна-то не зря висит. Да. Может быть, даже у нас будут какие-то каналы. Может быть, ты даже теннис здесь увидишь. Уже закончился. К сожалению. Так что вот примерно вот так выглядит наш номерочек. Тут есть одеяло дополнительное. А тут есть у нас санузел. Очень простой. Просто душик у нас прямо в пол. Ну, то есть тут показывать особо нечего. Хвастаться нечем. Ну, в общем, такой у нас болгарский семейный хотель. И мы здесь будем ночевать 3 ночи. На территории есть спа-комплекс, бассейн. Можно поехать на рыбалку, можно поехать в экскурсию по Изавиру. Посмотрим. Пойдем посмотрим здесь. Вот тут еще есть вот с видом на бассейн. Видишь, вот есть такой бассейн. Класс. Так, вот мы. Тут осторожно, можно плавно спускаться. Опасность. Все какие-то перепады. Теплый? Да? Да ладно. А вид, конечно, отсюда, как ты говоришь, самый лучший. Да. О, там и Изавирчик. Прямо здесь. А бар, по-моему, не работает. Что-то у них ничего не работает. Выглядит изумительно, место классное. Да, вот спа-центр. Тут есть даже для детей что-то. Тут есть еще какие-то вилочки.
В общем, вот такой комплекс. Да, бассейн уже грязный. А что они не чистят бассейн? Я думаю, что сюда все приезжают на выходные. Ну все, пожалуй, вот и все. Прямо так. Вот нам надо забрать на вечер вот этот столик. Я уже сейчас хочу за этот столик. Да, сейчас зайдем. А, это залы не обслуживаю. Как? На самообслуживание написано. А что, отсюда нельзя войти в ресторан? То есть вот этот, в серединке. Угу. Ну, можно тогда вон тут. Так, мы в Челенгире пошли. Параклис. Пойдем в Параклис. Нет, я у тебя хотел спросить. Думаю, ты не был. Сейчас мы поднимемся наверх. Вот такой крест. Вот он крест, который виден отовсюду. Очень красивый вид. Смотри, как здесь красивый вид. Смотри, какой внутренний дворик. Параклис Николая Чудотворца. Вот, открывай. Вот такой параклис Николая Чудотворца. Это для свечек, иконы. Так примерно выглядит все. Люстра, обратите внимание, какая красивая люстра. Мы уходим. Вот велики появились. Мы там еще не снимали. А там можно пройти. Вот здесь вот 22Б, 23Б, 24Б и 25Б. Я, как, кстати, хотела какой-то Б снимать. И у них тут есть парковочные места, обрати внимание. Да. Прямо у дома. Ты можешь там стоять на парковке, можешь здесь. А вот проход. Сделай. Тут орел гербовый. Вот он. Вот у нас проход бассейна здесь. Но у этих вот домиков у них нету вида на Изавир, по-моему.